И всем привет, друзья, с вами Корвит, это Oxygen Not Included. Давайте продолжим игру. Как бы, в принципе, компьютер у меня достаточно мощный, чтобы тянуть такие игры. Поэтому не знаю, с чем это было связано. Сейчас вроде проблем нет. Поэтому будем продолжать. Так, а что нам вообще с вами сейчас нужно сделать? Я хотел разобраться с водой. Все-таки, да, уже до конца. И с кислородом нам нужно с вами разбираться. Где брать этот чертов кислород? Так, вот это нам надо отменить. Это нам пока с вами не нужно. Вот, пойдем копать вот сюда. Так, здесь ну что? Зараженная вода, да, какая-то? Отравленная. Абиссолит. Так. Да, вот эту часть сейчас прокопаем с вами. Запускаем день. Вот эту часть сейчас с вами прокопаем. Вот здесь построим. Вот это, кстати, надо убрать. Я, кстати, по-моему, нажимал, чтобы это разрушили. Странно. Так, фертилайзер я хотел поставить, чтобы перерабатывать навоз. Где-то он здесь был у нас, да? Вот, компост. Вот мы можем его поставить сюда, в принципе, да? Но я хотел его поставить немножко глубже. Давайте подождем тогда. Изучение. Изучаем. Так, здесь изучаем еду. Еду делаем. Так, когда там следующий человек нам придет, прибудет через полтора круга. Так, вода. Угу. Здесь странно, я же вроде ставил трубы, чтобы они как-то странно. Так, ладно, тогда я хотел сделать одну трубу на выход, другую трубу на вход. Мы вот это тогда разрушаем с вами, да? Вот эту часть мы разрушим. Давай, разрушай. Молодец. Так, здесь мы строим вот этот водоотвод. Так, трубы. Трубы нам надо с вами сломать. Вот так идет у нас подход. Так, здесь мы, получается, трубу убираем. Liquid pipe. Вот отсюда убираем трубу. Так. Здесь мы трубу делаем вот так сверху. Вот сюда. Вот таким вот образом. Так, эти нас кушают. Грязные руки. А было, да, у нас какая-то штука там. Руки мыть. Вот она. Raw Metal Bleach Stone. Так, тут стройка идет. Надо ложить вот эти трубы класть. Класть трубы нужно. Так, здесь все нормально, насос стоит. Здесь тоже насос стоит. Воду здесь и так откачивают. Вот это нужно нам все разгребать. Туалеты пока нормально. Эта штука непонятно, делает нам кислород или нет. Я так до сих пор этого и не понял. Здесь, кстати, уже начинает набираться кислородом потихонечку. Вот это место.
Так, трубы делают, делают, отлично. Так, давайте еще сейчас посмотрим, что здесь у нас с трубами. Вода поступает. А здесь должна вода у нас выходить. Вот таким вот образом. Вот, по идее, здесь мы воду получаем, здесь она у нас уходит. Я не знаю, так это или не так, без понятия, но надо проверять. Надо проверять. Так, а где все остальные? Кто-нибудь здесь копает, я надеюсь, да, вроде копает, а тут... Там тоже копают, да, наверху? Отлично. Ты нам не нужна, ты нам тоже не нужна. Тут вот какие-то продукты у нас есть. Вот здесь кислорода нету совсем. Дорис стоит, отдыхает, как обычно. Ловит расслабон. Еда. И кислорода здесь нет совсем. Ой, блин. Попробовать здесь эту штуку поставить. Заодно посмотрим, дает она нам кислород или нет. Ну, давайте попробуем, я не знаю. Так, что нам, для этого надо? Нам надо вот это поставить. Так, нам надо с вами... сделать фундамент вот таким образом, подождать, пока его сделают. Нужно начинать проводить трубы сразу туда. Вот, вроде все выходит, все отлично, я вообще молодец, я все правильно понял, что вода выходит, сюда заходит, отсюда грязная вода выходит. Так, также у нас пошла труба отсюда. Блин. Так. И вот сюда наверх. Вот так. Все. Так, это есть. Грязная вода стекает. Интересно, можно ли... Вот, ликвид фильтр. У нас есть фильтр еще, да? Но его нужно изучить. Давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Ликвид фильтр нам нужен. Так, ликвид волф, газ волф. Так, ну здесь фильтра нигде нет пока. Здесь ликвид фильтр, отлично, все. Тогда нам, значит, нужно вот это изучение, или может добить уже вот это. Тут рефрижератор у нас есть, фертилайзер мейкер, cooking station. Короче, здесь water to produce fertilizer, грязную воду. Давайте все-таки вот это будем сейчас с вами изучать. Нам нужен фильтр, чтобы вот эту воду потом вычищать. Все, займемся сейчас пока этим. Это все делаем. Нужно строить трубы. Я не знаю, получается ли эта штука. Делает ли эта штука кислород или нет. Надеюсь, что делает. Так, здесь копание что-то как-то слабо идет. Люди непонятно чем заняты. Кто-то купается. Кто купается, кстати? Эйп. Эйп купается, да? Так, сейчас посмотрим, когда Эйп выйдет. Вот он вышел, пошел в туалет. Так, по идее тогда все говно, да? Из туалета у нас вытекает сюда. И он не становится грязным у нас. Кол.
Так, тогда вот этот, вот эти туалеты мы убираем. Они нам, я так понимаю, больше не нужны. Это такие, как бы сказать, вонючие туалеты, да? Которые довольно сильно воняют и портят окружающий вид и воздух. Нам бы, конечно, сливную яму вот эту сделать побольше. Было бы здорово. Но пока ставим так. Пока она еще не наполнилась. Пока еще до заполнения довольно далеко. Так, здесь все поставили. Ставим с вами вот эту кислородную шляпу. Где она у нас? Вот она. Сюда, в угол. Вот таким образом. И прокапываем с вами... Вот здесь, вот таким образом еще территорию. Вот так. Вот так. Вот так, отлично. Все. Так, исследование изучаем. Нам нужен фильтр для воды. Но все, я также все-таки до сих пор не могу разобраться с кислородом, блин. Вот, если бы игра была, конечно, на русском языке, было бы гораздо проще. На английском просто здесь очень много слов, которые, ну, так скажем, просто так, да, в простонародье не употребляются. И значение этих слов, ну, как бы я, честно признаться, не знаю, не помню. Знаю, скорее всего, но не помню. Так, поставим компост вот здесь в уголку. Не знаю, будет ли он что-то делать с навозом, чтобы навоз не вонял и не портил нам воздух. Надеюсь, что будет. Тут кислород вроде идет, здесь вроде тоже что-то подобное. Ты что, жрать хочешь? Ну иди пожри. Ты что, блин? Замер на лестнице. У нас одна ванна, один туалет. Нам, конечно, сделать бы две ванны и два туалета. Но пока довольствуемся этим. Здесь еще копать и копать. И здесь еще копать и копать. Пум-пум-пум-пум. Ой, что это такое с ним? Он что, умер? Растение умерло или что это? Или типа его можно собрать? Неизвестно. А, наверное, можно собрать, да? Харвест. Нет. Не собирается. Ладно. А, выкопать, наверное, да? Выкопать. Но, наверное, может, умерла. Я не знаю, что с ним случилось. Посадить. Что мы можем посадить? Давайте посадим его опять. Попробуем. Так, тут что-то происходит. Тут трубы вроде все проложили. Отлично. Теперь поставьте мне, пожалуйста, вот эту хрень. Которая непонятно, приносит ли нам кислород или нет. Ребят, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии, делает ли вот эта хрень кислород. Потому что я, если честно, задолбался уже. Так, они все жрут и жрут. Наконец-таки пошел строить.
Блин, если они все-таки кислород делают, я здесь их сейчас напичкаю на каждом углу, блин. Они будут у меня стоять везде. Блять, питание провести еще. Да что ж такое? Питание. Да, ну здесь, в принципе, рядом. Вот таким образом. Какашки-говняшки сливаются. Вот это вообще тема сделана очень прикольная. Вот мне правда нравится. Это система воды, система электричества. Это реально круто сделано. За это вот разработчикам просто, не знаю, гигантский респект и уважуха. Это очень круто. Когда нам придет следующий чувак? О, отлично, сейчас скоро уже подойдет. Постройте кто-нибудь, пожалуйста, вот этот провод. Кто-нибудь. А, все, ну тут что-то с навозом разбираются. Пока непонятно. Постройте кто-нибудь провода. Что у нас с изучениями? 13,5. Только почти половина, даже половины еще нет. Так, провода начнем вроде ставить. Нам надо с вами продлевать вот это место. Ну, нашу комнату, да, жилую, так скажем. Здесь начать вот это все выкапывать наверху постепенно. Брать оттуда вот тоже кислородец, который нам понадобится. Так, машинка заработала. Машина, которая делает буль-буль-буль, заработала. Ой, смотрите, тут сразу стало синее возле нее. Стало возле нее что-то синее. Она прям как будто выпустила такое кислородное что-то, да? Да, и тут вот прям даже голубенькая появилась. Я, получается, поставил ее в зоне, где все было в красном, да? То есть сюда кислород вообще никак не мог попадать. И сейчас он вроде как сюда попадает. Все. Значит, эта штука все-таки кислород дает. Возможно, не в таком большом количестве, как хотелось бы, но дает. По-любому дает. Так, теперь, я думаю, нам надо будет еще одну построить здесь. Это по-любому, просто по-любому вообще. Так, там, по-моему, новенький пришел, да? Отлично. Так, и кто здесь у нас? Так, у нас три раннера 7-го левела. Долго спит. Йокель. Не может изучать просто, да? Все, возьмем тогда вот этого Йокеля. У него, смотрите, атлетичность, да, он на 70% быстрее двигается. На 105% больше носит. Офигеть. И у него... Что тут у него? Ну вот атлетика, да? Ну, короче, вот этого чувака возьмем. Ральфа. Он вроде как самый такой адекватный и нормальный чувак. Берем Ральфа. Все, отлично.
Так. Здесь выкапываем, значит. Кислород идет. Здесь выкапываем. Ставим еще одну эту штуку для воды, чтобы производить кислород. Вот это, кстати, работает. Не могу понять. Ну, вода здесь есть. А, работает, отлично. Я думал, она уже не работает, просто так стоит. Так. Изучаем. Изучаем. Делаем еду. Так, вот здесь надо на самом деле прокапывать глубже. Гораздо глубже копать, ребят, надо. Вот. Таким вот образом. Вот это все надо прокопать. Вот. И, наверное, прокапывать наверх. Я так думаю, наверное, прокопать наверх. Вот это все тоже убирать. И вот здесь тоже вот так все убирать. Здесь будем делать еще один этаж. Будем делать еще один этаж сейчас с вами. Там воду носят. Пошли спать. У всех же, да, кровати вроде есть? Вроде как да. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, ребят, я думаю, мы на сегодня заканчиваем. Многое посмотрели. Все-таки я уже убедился, я думаю, на 99,9%, что вот эта штука все-таки дает кислород. Слава богу, блин, я действительно рад. Я поставлю еще одну обязательно внизу. На следующем выпуске поставлю еще одну где-нибудь, наверное, здесь и где-нибудь здесь, чтобы как-то все это распространялось по всей нашей базе. Вот такие дела. Все, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, с вами был Корвит. Пока.